Человек собаки друг. Человек собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Лапу первым подает. Лапу первым подает. Волю нервам не дает. Волю нервам не дает. Еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал. Он не лает, не кусается. Сейчас вот много уборки, особенно после собак и кошек, да? Это ужас. Вот загадили город, дворы абсолютно. Вот как ваше мнение? Вот здесь вы находитесь, и вокруг вас вот эти собаки, ну не собаки, а главные вредители, это, конечно, владельцы собак, которые ходят именно вокруг подъездов. Да, нам собак, ладно, которые там они и ходят с хозяином, а вот приведут сюда, вот их 5 штук, они не знаю откуда. Как раз на зеленой зоне, что называется, да? Да, конечно. И идешь одной какашке. Просим их убрать. А кто должен убрать это? Надо... И вылавливают, пусть у нас такие... Администрация города, наверное? Да, незнакомых собак улавливают где-то. Нет, же. Нет, я не знаю, диких я не видел, чтобы бегали. Одна бегает, желтая. Какие? Вот. Вон, в тот раз я пришла к соседям, сидел с мальчишком, 5 человек, и какой-то мужик подошел, что-то насыпал, они наши группы, конечно, их еще приватьте здесь. 5 штук было, и начали... А валять. Гулять с собаками-то есть место? Вот нет, в подъездах-то живут. Нет, где-то нет, есть они им? Вот и гуляют. Они куда-то уходят, я не знаю. Никуда не уходят. Вот они здесь полно. И гуляют. У нас вот здесь гуляют. Вот. Как раз под нашими окнами. Как раз там, где будут дети, да. И вы гулять будете это, смотреть, да, на все, конечно, это. Муж от подъезда куда не дойдет.